одно мне не справиться. Мне нужны помощники вашей улыбки. Когда все вокруг улыбаются, у меня прибавляются силы. Вижу, вижу, вы улыбаетесь. Значит, все мне получится. Тик-так, тик-так, скорее открывайте дверь в сказку. Да будет так! Ура, ура! Нам сказку открывать пора. Thank you.
В нем вопрос, у нас ответ. Кегли, клюшки, шайбы, мячик. Вы не знаете, что это значит? Наши мамы все хотят видеть смелыми ребят, здоровыми и сильными, и самыми спортивными. Ну что же, девочки, исполнить спортивный танец с мячами. Ходите скорее, девчонки. За третьим желанием пора без опоздания. Достаем третий конверт, чтобы вновь узнать секрет. Конверт с буквой «Взят» ровно столбиком стоят.
значит, без сомнения, пора читать, указывать. Наши мамы все хотят видеть смелыми ребят. Мы их желания выполняем, лучшие стихи читаем. Снова стало солнышко землю согревать, и весна-красавица к нам пришла опять. Птички прилетают, песенки поют, а сосульки дают, спать нам не дают. Маму поздравляю дружно от души, очень уж весной у мамы хороши. Маму очень я люблю, ей привет горячий шлю, но не только ей, но и шлю и бабушке родной. Очень молодая бабушка моя, самая лучшая бабушка моя. Пора опять конверт достать и про желание угадать. При чем здесь эти башмачки? Кто мне поможет? Thank you.
Не завянет наш путь.
поспешите, поспешите, сказочный букет вручите. Спасибо. Давайте встанем полукругом, и я расскажу вам еще один секрет. Ребят, но знаков на конверте нет. На нем написано, поверьте, одно лишь только слово «Дети». Как мне его расшифровать? Кто может фее подсказать? Мы исполнили желание воспитателей и мам и решили на прощание подарить подарок вам. Вот когда мама будет молода. Радовать и делать вас еще счастливее и краше. Спасибо.